поселке Верхнеевинском, дислоцирующемся через стенку от ядерного закрытого АТО «Новоуральск», на территории завода «Б», то есть производства сплавов цветных металлов, было зафиксировано крайне редкое для наших широт явление природы – оранжевый дым, который валил из заводской трубы. Вот скажите, вы когда-нибудь видели, чтобы завод дымил этаким лисьим хвостом? Вот. Понятно, что столь неожиданный окрас дыма вызвал нездоровый ажиотаж и в соседнем уранообогатительном Новоуральске, ибо «Роза ветров» вздувала дымную аранжировку прямо на него, а там ядерное производство. Ну и, конечно, в Интерсити, куда очевидцы срочно закинули эти кадры. Предположения были самые разные. Сегодня выяснилась официальная версия. Администрация завода «Б» заверила, что оранжевый дым связан с проведением запланированных работ по очистке технологического оборудования. Экологическая ситуация в норме, на качество воздуха дым второго цвета радуги никак не повлиял. Типа «дышите свободно». Оранжевый дым валил из трубы всего несколько минут, после чего пошел обычный, привычный, черный. Что, собственно, и запечатлела эта видеозапись. По данным завода, чистка техоборудования продолжалась 10 минут, и все работы были закончены в тот же день. Пресс-служба ГУ МЧС подтвердила эту версию. Превышение ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено. А вот пресс-секретарь областного Роспотребнадзора Анна Жиганова заявила, что их ведомство только лишь официальным ответом не удовлетворилось и намерено детально устанавливать причины и последствия произошедшего.